Надо раздеваться сейчас. Никак! Я не верю! Заинька, ты все я умеешь. Маленький. Я тебя учил уже. Я ты умеешь. Ботиночки сначала сними. Давай. Да, давай, молодец. А я мог. Давай, ты умеешь. Видишь, они сами снимаются. Там даже снимать-то ничего не надо. Пальчиком подень. Пальчиком, да, сзади. Ну, ты руку можешь вообще сжать как-то, нет? Или ты будешь как вялая колбаска? Давай, давай. Ты сам умеешь все. Давай. Ну зачем будешь в обуви ходить и мама. В одежде грязной по дому? У тебя уже снято почти все. Давай. Силы только приложить немножко надо. Как так? Никогда нету сил. Кашу мало ел, наверное. Надо поесть сейчас супа, потому что нам еще предстоит одеваться потом. Давай. Давай, давай. Вот, вот, молодец. О-о-о-о. Не хотел, чтобы снялось, хотел повыпендриваться, но он снялся сам, да, называется? Давай, перед кем цирк ты устраиваешь такой? Давай, дальше. Папа, где ты еще не можешь, поможет тебе. А тут я знаю, что ты можешь. Давай, 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 давай. А что за этот? Что за упадок сил такой? Прям вообще все. Падаю, не могу. Сил нету. Расстроенных чувств человек, да, я понимаю. Нет. Все хорошо? Да. Ну давай-то снимай. А что капризничать-то? Это обычное дело. Ты первый раз, что ли, раздеваешься, одеваешься? Ты же уже умеешь. Баба. Да. Имею. Вот, 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 вот. Крепкие. Да, они крепкие. Просто кто-то сил не прикладывает совсем. Да, все. Дальше давай шапочку сними. Имею. Шапочку сними. Так, теперь сними перчаточки. Перчаточки сними. Аккуратно. Вот, чуть-чуть посильнее. Вот, да, ты моя умничка. Да. Нет, я не умничка. Ты не умничка? Нет. Молодец. Нет, я не умничка. Не молодец. Ну, сначала да. Вот эти все расстегиваем вверху. Ноги. Вверху расстегивай, на ножках нету. Вот тут вверху пуговички расстегивай, еще вот эту. А вот тут тебе папа поможет достать, тебе там сложно будет. А ну. Все, дальше расстегивай сам давай. Давай, встать нужно, встать на ножки нужно. Давай, 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 нормально. Ну, встать на ножки надо, на ножки встань. Вот, и до конца давай. Давай, давай, давай. Тяжело, что ли? Серьезно? Давай, да, аккуратно, ну что это такое, это за цирк? Ну, все? А теперь все по местам, давай. Где перчаточки должны лежать? Так, это не туда. Вот это. Да, это смотри, дай мне. Комбинзон дай папе, пожалуйста. Положи, это в рукав положи. В рукав, где он должен? Да, вон там должен лежать, да. Темничка. А где перчаточки должны лежать? Где вот, вот она вторая перчаточка. Вон там должна лежать. А где ботиночки должны лежать? Ботиночки где должны стоять? Они тут. Тут должны стоять, они вон там должны стоять. Нет. В обувной полке они должны стоять, где обувь. Да, один и второй. Один нужен. И мне тоже нужно поставить, да. Не фу. А мой вот сюда надо ставить. Мои вот сюда надо ставить. Да. А тут? Да, спасибо, Зай. Все, вот так вот мы быстро все разделись. Они... Предыдущий раз был намного смешнее и впечатлительнее, но как бы получилось, как получилось. А но суть вы поняли. Уже.